Духа сегодня установили на главной площади Львова. На почетное место хлебное дерево сопровождали звездочеты, маленькие колядовщики, пластуны, львовяне и гости города. Овсяный сноп сплела семья Ковсюков из Стрыжского района в Прикарпатье. Главного дедуха города украшает километровая косичка-шнурок, которым заплетали десятки снопов. Возле украинского берега сразу собралась толпа туристов. В центре Львова дедух простоит до крещения. Діду до хати все зле з хати, так? Дуже сподобався. Бачите, теж купили собі і поставили вдома. Так, на врожай. От страша. Слышала, что это символ счастья. Отпугивает зло и не знаю, что еще. Символ здоровья. Но у нас в Польше таких символов нет. Увидели, понравилось. Теперь можно ехать домой. Символу нема в Польсце. Без света.